Недавно мы снимали ролик «Кто быстрее пройдет 100 тысяч шагов». Никогда я еще не чувствовал такого истощения. Этот ролик стал самым сложным, что я когда-либо снимал. Как физически, так и морально. На эти 4 часа у меня было всего 0,8 воды. У меня опять этот навигатор ведет по какой-то дороге смерти. Становится жутко. Нам слишком тесно в одном городе. Чуть не попрощался совсем. Кончилась вода уже километра 3. Хочу пить, не вижу магазина. 15 часов. Сам себе не верю. Сейчас уже кто-нибудь вам позвонил, вызвал мусоров, за мной уже еду. И мы снова наступаем на те же грабли. Всем здорово, с вами Фрост и Станислав Александрович. Всем здравствуйте. На просторах интернета гуляет один челлендж, который называется 10 тысяч калорий. Его задача в том, чтобы за одни сутки ровно с 12 до 12 сжечь 10 тысяч калорий своими тренировками и базовым обменом, чтобы суммарно было 10 тысяч, и употребить 10 тысяч калорий. Нас каждые минут 5 чуть не сбивает тачка. Я всю ночь ощущал эту тяжесть, она мне не давала заснуть. Почему я не могу сейчас снимать? Мотивация. Выключить, да. Думаешь, мы сейчас сможем пробежать больше, чем 600 калорий за час? Получается 42 километра, 200 метров. Вы видели, как люди выглядят после марафона? И наш челлендж. Ну давай, фокусируй. А, все, челлендж начинается, пока вкусил. Погнали, быстрее, давай, быстрее. Давай, нам надо, нам успевать, ты успеешь. Я не вижу. Посвети давай. На меня. Давай. Я фонарь вырублю. А ты выруби. Вот, мы взяли фонарики, взяли бутылочку воды, взяли с собой одну камеру и взяли часы. Проверять мы будем, сколько мы сожгли калорий по официальному приложению фитнес. В планах сейчас 2000 перед сном сделать бег, воркаут, на турнички пойдем и еще немного бега. Ну и естественно надо покушать на ночь. Что нужно делать для здоровья? Потренироваться на ночь и поесть, конечно. Не припомню, чтобы мы когда-либо начинали снимать ролик так рано. Но самое интересное, что 100% мы закончим снимать его не раньше полуночи следующего дня. В ролике, где мы снимали 100 тысяч шагов, у меня, пройдя 85 километров, получилось примерно 9 тысяч калорий за сутки. 9 тысяч! С 4 утра до 12. То есть, если бы я еще час пешком шел, я бы не успел набрать 10 тысяч калорий. Тысячу за час – это очень быстрый бег. 10 тысяч калорий никогда в жизни даже близко столько не ел. Потратить мы можем потратить. Но вот есть страшно представить, какая это гора еды. Страшно представить, как это жесть. Для большего интереса нашего челленджа мы в самом начале произвели взвешивание, до начала съемки. Сначала еще у нас была процедура взвешивания. 78-250, обычно я 80 вешу. Я уже похудел на стрессе перед этим роликом. Ну, давай, твой результат. 85-80. Чего себе ты скинул? Я на стрессе, видимо, перед забегом схуднул немножко. Вообще идет тяжело. Организм как бы хочет спать в это время, а не бегать. 160 средний. И это печально. Ну да, высоко. 57 минут. Мы закончили свою беговую тренировку. Давай покажи, сколько у нас получилось. Всего 889. 89 даже. У меня 860. Что, мы сырые насквозь. Хорош. Ну что, работаем, нам надо еще 1200 калорий сжечь. Ну давай, понеслась. Русья, погнали, функциональная силовая, это калории жарится. Давай, на брусьях, раз. Ой, нормально, я устал, да, оказывается? Слушай, заряд еще остался, но 10 тысяч, это, конечно, долго. Почему с меня так течет? Я не могу дальше. На дворе тем временем уже 2 часа ночи. В это время я уже давно лежу, сплю, восстанавливаюсь, я не знаю, вижу сны, но никак не тренируюсь. Это была, наверное, самая неуместная тренировка, которую я когда-либо делал. Как ощущения?
Я не могу, я сейчас сдохну. Я весь мокрый, я не могу же. У меня тоже хвата вообще нет. Я как будто меня просто обливают. Я, мне кажется, сейчас приду взвешусь, я буду 70 весить. С меня воды выходит. Просто страх сколько. Я думаю, даже час сейчас не протренируемся, у нас вода кончилась. Фу. Давай, следующий. Используем все подручные средства, что есть. Я приседаю, пока его снимаю. Нельзя терять ни минуты. Чем быстрее мы закончим 2000, тем быстрее мы пойдем спать. Тем больше времени у нас на сон. И что? Наверное, организм чуть-чуть в шоке от того, что сейчас происходит. Зато кольцо подвижности уже закрыто. Зато, да, в час ночи уже было закрыто кольцо. О, кстати. О, это, кстати, неплохо. Тут и отдохнуть можно немножко. Разные мышцы надо загружать. Да, там мы сейчас супер. Одну группу мышц убьем, завтра сюда встанем и удалим весь снятый материал. Чтобы никто о нем не слышал. Да, чтобы никто не узнал, что вообще такое пробовали снимать. Стоп. Экстренное включение для того, чтобы сказать тебе, что у нас на Бусти вышел захватывающий, можно сказать, блокбастер, влог из Стамбула. Поэтому на вечер сегодня ничего не планируй. Бери пельмени в магазине, вари и заходи к нам на огонек. Ссылочка в описании. Как здесь вкусно пахнет. Послушайте, как вкусно пахнет. Посмотрите, как красиво. Наконец-то завтрак. Посмотрите, какая красота. Бекончик за 800 рублей. За 900 уже даже. Ты приходишь сюда, берешь кофе и коморкаешь целый день. Здесь такая своя умиротворенщина. Правда, здесь футбольное поле шумит. Но коровы, вон, видите, наблюдают за порядком, следят. Красиво. Приглашайте друзей сюда, в наш уютный уголок, на Бусти, ребята. Мы дошли до магазина, они еще работают. Взяли себе по две минералочки, бутылочку воды и идем обратно на турники. Знаем другое место, здесь рядом есть. Ну что, погнали. Силовая. Слушай, ничего себе здесь работа идет на самом деле. Работай! Работай, не отвлекайся. Посмотри, какая лютая. Какой-то флексерский тренажер. Мне кажется, это какая-то супер... Силовая. Это что-то диджейское. Давай. Слушай, ладно, шутки пойдем. Шутками, нам нужно возвращаться на турничок. Заканчиваем мы свою силовую тренировку. 54 минуты силовой тренировки. Выжаты как лимоны, 1508 калорий. Еще 500 набегаем и идем завтракать. Вода почти кончилась, бежим тогда на колонку. Побежали. Побежали. Колонка нам не понравилась. Опять забежали в магазин, последний на этой улице, еле нашли. Почти закончили 2000. Еще пробежали 4 километра. Еще километр, еще заканчиваем. Все. 5 километров. Хорош. Есть. 53 минуты, у меня 2101 калория. У тебя больше опять. У меня 270. Одна калория. У меня 270. На 30 калорий вперед. Мы вместе занимаемся. Мы пробежали 15 километров уже. И сделали почти часовую функциональную силовую тренировку. А чего добился ты к 3 часам ночи? Я бы с удовольствием вписался в клуб тех, кто поспал. Это было бы неплохо. Мы еще 500 метров дошли до дома. У нас уже 5 тренировок за сегодня просто. А неплохо, кстати. Уже 5 тренировочек за сегодня. Все кольца уже упражнений закрыты. Ну, разминку всего лишь слабо. Но это всего лишь 2000 калорий. И ноль съеденных. Поэтому мы приступаем пока что к более приятному. Но это только пока что. Пока первые 1000 калорий идет, это приятно. 892 калории уйдет с этого мороженого. Массы пошел. Набор массы пошел. Вот, кстати, интересно было бы сейчас взвесить. Мы за эту тренировку выпили почти по 3 литра воды. Угу. Сколько мы потеряли? Если вдруг кто спросит, для чего ты вообще занимаешься? Можешь скинуть это видео. Я бегаю в 2 часа ночи, чтобы в 3 часа ночи нормально похавать на ночь. Слышь, мороженое. А ты смотри, мы отработали 2:35 минут. Давай, тренировка серьезная, надо и серьезно покушать. 2000 калорий. Определенно съесть 2000 калорий будет гораздо приятнее, чем их сжигать.
Дан. Я никогда в жизни столько много мороженого не ел. Неужели никогда не мечтал? Целый лоток. Я никогда в жизни столько не ел. 892 калории. Блюдо номер два этого вечера. Поем. А у нас еще есть орел. И подайте третий лот нашего сегодняшнего дня. Это арахисовая паста. Слушай, с солью и медом. Смотрите, значит... 500 грамм творога. 67 калорий на 100 грамм. Невыгодно получается. 680 на килограмм надо. Что-то как-то много надо сожрать, чтобы 680 калорий набрать. Целый кило. Ну, мы сейчас добавим, нормально будет у нас. Повысим калорийность продукта. Вот такой небольшой лоток. 500 грамм, 132 грамма печенья. И сколько-то грамм арахисовой пасты, чтобы добить 2000. 500 грамм творога, каждому по 6 печенья. То есть по 70 грамм печенья ореал. На печеньке 11 печенье. Грамм. 52 калории. И арахисовая паста. Сколько грамм? Она очень калорийная. В 100 граммах 608 калорий. Нормальный такой претендент, чтобы добавить калорий. 76. Я прям из банки. Давай с этого и начнем. Давай, давай. Со сладенького тогда. Давай. Давай, снял. 76 грамм. Давай. Я сначала залетаю. Обожаю арахисовую пасту. 76 грамм это полбанки. Короче, приятного аппетита. Минус 45 грамм. Чувак, да? Это очень вкусно. Орео сладко-соленый. Нет, он больше. Он с йогуртом сочетается. 45 грамм в одной ложке. Сладкий. Я думал, то, что я наелся на мороженом, но я ошибался. Ну, 76. 76,2. У меня во рту калорий 450. Очень сладко. Но зато здесь жиры полезные. Белок. Здесь протеина. И в йогурте. Сахара нет, почти. Ну, там с медом. В основном жир, она из-за жира такая калорит. Что, давайте мне. Пришло время, да? Съесть 70 грамм. Тупо спортсмену в 3 часа ночи. Я всегда мечтал ее так есть. Вот, мне больше нравится сделать тост. И на тост намазать и под чай. Чувак, это удар просто жиры и калории. Я понимаю, это очень много. У меня печень постучится снизу, скажет, мы там чем, спортом занимаемся или что? Мне надо доесть, но я думаю, что мне плохо сейчас станет. Ну, тебе клянусь, это очень жестко. После первой тысячи тебя как-то начинает, знаете, аппетит покидать немножечко. Первую тысячу ты съедаешь играючи. Следующие 500 ты в недоумении. 76,1 подтверждаю. Следующие 500 калорий ты такой думаешь, ну, можно жить. А вот последние 500 ты уже такой... Зачем я это ел? Ну, без творога было бы тяжело, я хоть заел. Но это еще такой разогрев. Завтра, то ли еще будет завтра. Съесть 2000 калорий оказалось далеко не так приятно, как я себе воображал. Если бы я остановился на мороженом, я был бы счастлив. Если честно, я думал... Помогите доесть. Если честно, я думал, что съесть 2000 будет легче. Это тяжело. Ну... Ладно, не будем утрировать, это сложно, но можно. Особенно но если сложно. Выбирать вкусную еду. Но если до этого не было бы такой жесткой тренировки, я бы не сожрал столько. Если бы не тренировка, ни в коем случае, это невозможно. Все, короче, 2000. Я заслужил поход спать. 2000 есть. Осталось это как-то переварить, восстановиться и... До встречи завтра. До встречи утром. Подъем 8.30. Еще осталось по 8000 набрать и там, и там. Отлично. Хорошо размялись. Доброе утро. Мы проснулись в 8.30 утра. Да. На часах уже 9.18. У нас сейчас в планах часовая пробежка, ну как пробежка, прогулка. Интенсивная ходьба со снежком. Интенсивная ходьба с завтраком, с элементами завтрака. Да, интенсивная ходьба с элементами завтрака. Слушай, Снежа. Я с утра встал, у меня тяжесть. Там кого-то нашел. Желудки большая, прям ой-ой-ой. У меня старая травма. После вчерашней пробежки бедро болит. Но у меня постоянно оно болит, старая травма, которая не заживает уже 4 месяца из-за бега. Ну, я вот пытаюсь так... закачивать, но она как постепенно лучше, но постоянно все равно болит. Вчерашний ужин на 2000 калорий. Пошел тяжело. Я когда лег спать, я такой... О, ложка арахисовой пасты была явно лишней. Жировой удар был. Снежок, куда ты нас завел? Снежок местный Сусанин ведет нас на классную поляну пить чай. Я бы уже перекусил. Правда, я хочу поесть нормальное что-нибудь, а не опять сладкую жирную. Но таким мы 10 тысяч не наберем нормальной пищи. Все, время для завтрака. Взяли с собой чай.
На улице у нас 30 градусов всего лишь. Надо чайку, а то замерзнем. Итак, у нас на завтрак 6 кусочков пахлавы у нас сегодня. У тебя в руках сейчас просто где-то 1260 калорий. Как вы знаете, в ней очень много калорий. 1260 калорий в этой коробке. По вкусу вкусно. Но очень жарко. Просто что-то водопадом. Эта пахлава меня чуть не убила просто. Еще с прошлого вечера ложка этой арахисовой пасты, она меня просто уничтожила. Я всю ночь ощущал эту тяжесть. Она мне не давала заснуть и нормально хоть чуть-чуть поспать. И теперь эта пахлава, опять это ощущение жирности, чрезвычайной калорийности, сахарности на 1 грамм продукта, оно опять со мной. У нас фисташка с грецким орехом. Угу. Медом и маслом. Давай, последняя осталась. Не то, чтобы я хотел для процедуры «Доброе утро», но зато сколько калорий мы сразу добавили себе в копилочку. У нас теперь съеденные калории опережают сожженные калории. Да. За нами должок. Да, 2600. Значит, не опережаем. Съели 2600. Значит, не должны ничего. Ты же прям... Да, я потяжелело прям, я не могу, я то есть столько жира, я тяжело прям, я думаю, проще будет это есть. Я с прошлого вечера. Мне с утра было очень тяжело, я тебе говорил. Фу, ну что, 46-минутная прогулка подходит к концу со снежком, я сырой вообще насквозь. И давайте посмотрим, сколько мы сожгли с вами калорий. У меня 300. Да, 300 у меня. Все, моем собаку и выезжаем. Выезжаем на греблю. Не знаю, как мы вывезем. Невероятно жарко. Я говорю, я просто весь насквозь. Хоть выжимай. Хоть выжимай. 2930 общее количество калорийности. Дистанция за сегодня уже 22 километра. Хорошо. Уже полмарафон за сегодня сделал. Держим темп. Собака спекся вообще. Все, пёс уже жарко. Я сам сейчас сдохнул. Очень жарко, очень влажно на улице. Ну что, мы выехали с аббордами в багажнике. На греблю. И в магазин надо заехать. И в магазин за водой. Сейчас затаримся водой, минералкой, едой. Ну и, короче, все вам потом покажем, когда будем это есть. У нас будет супер программа, тренировочно-пожирательная. Прежде чем грести, нужно немножко поработать. Как раз функциональная силовая. Но нам тяжело. Нам в любом случае калории жечь. Так-то, конечно, у нас насос бракованный. Им качать в 3 раза тяжелее, чем исправно. Так, ну что, ребят, у нас очень удачное место для выхода получилось, в кавычках. Отсюда стартуют катера с парашютами. И прямо здесь постоянно катера. Туда, нам надо отсюда как можно быстрее уходить. Да, но волны что-то такие серьезные. Могло быть. Но еще не вечер, так сказать. Какие-то буи впереди, мне не нравится. Скользкий, из-за того, что весло все скользко. В этот день была невероятная жара, плюс 35 градусов. Но это не самая большая проблема, с которой мы столкнулись. Руки были в соленой воде, и как только она подсыхала, она становилась как лед. И весло постоянно норовило выпрыгнуть у тебя, просто как мыло в бане из рук. Из-за этого мы несколько раз чуть не отправились в воду. Здесь поспокойнее стало без катеров. Да. Мы прям выбрали бухту прям какую-то. Ну ничего, впереди я клуб, он. И волна сбивает, приходится грести только с правой стороны в основном. Столько мышц стабилизаторов задействуется здесь, что калории должны улетать как в трубу. Ну что, за успешное хочу пить. Сжигание 10 тысяч калорий. Знаете что? Всего лишь 1 калория. Zero. 1 калория в 100 миллилитрах. Кола zero. Здесь 330, так что 3,3 калории. Набираем калории. Подводим итоги. Всего 3890 калорий.
скриншот. Я не помню, в прошлый раз я делал скриншот. И вот сейчас подтверждаю, 3890 калорий в нашей копилочке. Ну и еще 3 калории я сейчас выпил с лимонада. Так что мы на дефиците идем. 3700, надо догонять, получается. Вчера у тебя больше было забега, а мне за греблю больше считают. Идем на риф, вон там камни вижу под водой. Мы решили... Пора перекусить. Ты прав. Пора перекусить. Я уже понимаю, нам что есть надо... надо. Смотрите, у надо нас поесть. Здесь есть сэндвичи. Так. Сэндвичи. Так. С них, давай с них. Давай с них начнем. Я уже хочу что-нибудь солененького. Сэндвич с курицей. Так. И сэндвич ветчина-сыр. Давай ветчина-сыр. Я хочу ветчина-сыр. Ну все сразу, да? С курочкой, с этой, с ветчиной, с сыром. И айран, да. Что, приступаем? Накидываемся? Что здесь? 170 грамм. Много. Много калорий. Накидываем. Сколько здесь грамм вообще? 170 грамм, 160 грамм. То есть 330 грамм сэндвичей. Вкусных. Нажористых сэндвичей. Калорийных. Калорийных. Очень, да. Майонез. Конечно, с майонезом. И в айране ты еще по 32 калории на 100 миллилитров. А здесь 300. Как то есть это почти соль. Да, реально почти как Кока-Коле. Коле 42, ну, потому что это молоко. Оно сливочное, да. Оно жирное, оно вкусное. Блин, я вот, знаешь, больше всего ждал. Сэндвичи. Да, это вкусно. Когда мы их купили, я такой, я хочу эти сэндвичи. Хлопок с утра было вкусно, но очень жирно, очень сладко. Я после ракетской пасты никак не отойду. А вот сэндвичи это кайф. Сэндвичи это кайф, хорошо. Не сомневаюсь, что это вкусно. Ну как тебе, вкусно? Вкусно. Вот, вкусно. Конечно, нормальная еда. Я вот когда пахлаву порол с утра, мне было невкусно. Я понимал то, что это дичь уже. Первый кусочек был вкусно. Второй, третий нет. Третий уже нет. Круто. 867 калорий в копилочку отправляется нам. Я айран думаю... и 4 сэндвича зашли за милую душу, потому что гребли сжигает калории только в путь. Я, кстати, нормально себя чувствую, я не обожрался. Я 867 калорий. Есть, но съелось легко. По чуть-чуть давай, по чуть, по 800, потому что вчера 2000 было тяжело. Это было очень жестко. Не прям, не очень. Очень, очень. Ну, сложно. 800 нормально, взлетел даже, когда есть не хотел. Работать. Я уже вчера начал думать, что типа я такими этими финтами могу разлюбить навсегда есть мороженое, еще какие-то сладкое. Да, у нас там сзади резвятся катера, какая здесь дичь. Вы просто видели за спиной, за моей. Вылетели из этих подружек, короче, жесть творят. Катера, музыка везде шумит. Мы пошли за челыш, погребли точнее. Все, погнали. Мы дошли наконец-то до этого пика. Он казался гораздо ближе, чем есть на самом деле. Захватывающий вид, такие огромные валуны, которые вот-вот, кажется, обвалятся. Да-да-да, вот-вот могут упасть. И некоторые из них уже вон попадали. Пиратская пещера. В ней давным-давно пираты хранили ром и сокровища. Ну, возможно, когда-то эта пещера... Пистолет! Хоть слушал, где до сих пор спрятан там оригинал на виниловой пластинке клип Пистолетова про пирата. Это не точно, да? Возможно, в другой. А возможно, ее засыпало навсегда. Там прям мелко в этой пещере. Нормально. Я в нее уже заходил. Наконец-то тенёк! Хорошо-то как! Надо водиться, напиться. Наконец-то тень. У-ху! Как хорошо! Обзорная экскурсия по пещере. Прекрасное углубление в скале. Рекомендуется находиться в шлемах, потому что потолок регулярно может обрушаться. И вот эти кирпичики на потолке могут пробить вам что-нибудь. А может и нет, потому что ни разу не видел, чтобы один из кирпичей падал, просто выглядит небезопасно.
Судя по надписям, Артур и Настя здесь были и изуродовали камень. А еще здесь, возможно, даже кто-то останавливался на шашлык. Например, древние пираты, которые прятали здесь свои сокровища, корабли. Возможно, они выковырили эту пещеру. Ой, меня на скалу несет, я даже не заметил. Нет. Скал толстый. Слушай, ну вообще довольно глубоко здесь на самом деле. Но на катере на большом я бы сюда не полез. Зря не пошел, там такой тенек роскошный. Просто волшебно. 999 калорий, час 34. 999 калорий за полтора часа изнурительной гребли. У Стаса вообще 760. Мне кажется, у нас большие проблемы. По моим прогнозам, у нас должно было быть 1500 килокалорий у каждого уже на этот момент. Мы гребем уже час 45 минут. Да! У меня 1120 калорий, у тебя... 965 калорий! У меня 4698 калорий. Всего. Это всего лишь почти половина. 4465 у меня. Я отрываюсь. Ничего, буду догонять, пока ты будешь жопу мыть после саппинга. Буду наматывать круги. Реально придется мини-пробежку сделать. А гребля? Я на 1500, она и даже касание она тяжелая, но калорий мало, и причем прям... это большая проблема для нас. Надо обратно грести. А мы угребли на... То есть нам обратно возвращаться еще почти 2 часа. Короче, ребятки, литр молока и 150 грамм печенья. Я помню, когда я только начинал качаться, я приходил после универа, покупался литр молока, покупал себе пару бананов. И вот это был мой, так сказать, гейнер, мой протеин главный. В литре молока, на секунду, 580 калорий. А здесь 450 плюс. Вот будет хотя бы промежуток 5 минут, чтобы здесь катера не ездить. Какие вкусные кексы. Невозможно. Стоять. Все, продолжаем с тобой питание. Во. Да, кстати, я вам тоже забыл показать. Ну, я уработал. Ну, смотри, на, вот тебе. Молочко. Это по нашей программе мы должны съесть. О, теперь начинаются страдания. Это то, что я не хочу хавать, но это с чаем. Холодным вечером это было бы прекрасно. Здесь 70, самый лютый. Что ли? По-моему, либо 120, либо 220 грамм, не помню. Мне нервов уже не хватает, я не могу уже, я хочу материться вместо нормальных слов. Здесь что-то очень мы напишем, того. Сколько здесь. Мы дома заранее взвесили, держи, это твое, это мое. Вот такой, такой бокс, да, съесть надо? Я сейчас на шпагат сяду. Каждый из нас съедает по 525 калорий. Ну. Вкусно, но на жаре так сложно есть так много. Ну как тебе надо догнаться? Да ты смеешься, что ли? Сникерсом, ой, блин, Твиксом. Да. Дожди целый? Да. Давай попозже. Я сейчас сдохну и так. Если мы все сейчас съедим, мы до дома тупо не дойдем. Скорее всего. Я объелся. Мне тяжело. Мне тоже. Я сейчас буду идти помедленнее. У меня полный живот. Невозможно падать на волнах. А еще камера разрядилась, так что теперь на GoPro с вами. Я тоже уже переел и не знаю вообще. Тяжело уже гребется как. Очень тяжело уже естся, я вам скажу. И знаете, просится наружу. Поэтому погнали, друзья. Пора идти к дому. Если честно, я был в шоке, когда увидел, сколько калорий нам записывают часы за греблю, на которую ты тратишь очень много сил на баланс, на саму работу. А часы считают как медленная ходьба. И если честно, это рушило все наши планы, рушило сам челлендж. Я понимаю, что мы не успеваем. Мы шли в одну сторону несколько часов, и столько же нам нужно возвращаться обратно. Я есть не хочу, надо. Но надо страдать. Давай с соломки начнем. Давай начнем с соломки. Кракс! Соломка. Соломка. Всего лишь полпакетика. Полпакетика всего лишь, давай, накидывайся. Давай, держи. Ну что, настало время. Отрастающие фиксы. Залетаем. Все знаете, насколько калорийные батончики. Шоколадные палочки, растающие на солнце. Сейчас нас на камни намотают. Мы приближаемся. Скорее закидываем сникерсы и погнали. Ну, заедаем и уходим быстрее. Ну, кто нас наматывать будет? Оба. Добили питание. Мы добили все питание, которое мы взяли с собой. Честно?
Я думал то, что... Я больше не хочу есть сегодня. С Виксом пойдут точно наружу. Я уже наелся. Пить приятнее. Все, за работу. Ну что, мы с Юрцом причалили к берегу наконец-то. 2 часа 53 минуты гребли. Да. Всего 1777 калорий. Я ожидал большего. Я ожидал, что 1003 будет. Смотрите. Гребли, по ощущениям, очень тяжело. У меня вышло 2 часа 53 минуты. 1644 калории. Мне нужно будет нагнать еще калорий 200. Так, давай суммарно посмотрим, сколько всего. Давай, посмотрим. 10 часов тренировок уже у меня написано. Неплохо. Это только минут. Начало. 5353. 5353. Я пошел на вторую половину. А у меня 5142. Короче, сдуваем сапы и бегом. Бегать, бегом. Гребля подвела. Мы рассчитывали гораздо больше калорий, что мы сожжем на нее, знаешь, когда мы, типа, сап. А но... если так мучительно дувать их было. Да, помню, поехали. Резиновый! Хорошо держится. Мы проголодались и пришли в Starbucks. Мы взяли себе по кофейку без калорий и по чизкейку. Смотрите, какой красивый, сочный. Уф. 430 калорий в этом чизкейке. Все, накидываемся на чизкейке. Это вкусно. И по вкусу вкусно. И по факту вкусно. Ну что, залетаем чизкейк. А он хорош, очень сливочный. Очень хорош. Очень жирный, сливочный, и вкусный. Жир тут тоже нормально. Я думал, что я жир уже есть не буду никогда в жизни. Я ошибался. 3 часа гребли, и ты снова готов употреблять калории. Мне кажется, этот челлендж, 10 тысяч калорий сожрать, невыполним без тренировок. Ну просто невозможно столько сожрать. Но если тренироваться, то можно. И даже не потолстеешь. Это все получится. Вот вам лайфхак. Хотите много кушать вкусно, нужно много и хорошо тренироваться. Угу. Чем тяжелее, тем больше можно съесть. Готово. Да. Хорошо поработали. Лучшая работа в мире. Время сделать силовую тренировочку. Залетаем. Starbucks была респектабельная площадочка. На каждом по 3 секунды. Давай по очереди. Любой выбирай. Давай. Что за респектабельная площадка? Давай, покажи, как на этом заниматься. Давай. Вот так. Вот так. Это какой-то флюги. Это что, вот так? О, хороший. А я вот это попробую. Не. Нормально. Слушай, станок. Станок. У тебя что? Как это платить? Теряюсь при... догадках. Давай, придумай. Да, наверное. А смысл? Это тоже Валик рассказывает. Я бы не понимал, что. В чем смысл? Встань сюда и делай тягу. Вот так вот какой-то, я не знаю. Вот. Делай тягу. Телевизор, пиши в комментариях, что с этим делаешь. Нет, 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 выйди вот. Вот выйди сюда, да. И делай на себя тягу. Нормально, это типа это как тренироваться по дому ходить. Слушай, нормально, приседай, нет, там не настоящий. Что это такое? Наверное, это вот так. Работа на координацию, опять же, включаются большие мышцы ног. О, вот это вот да. Ну возьми. Опять я, получается, все функциональные тренажеры забираю. Я не знаю. Это. Стимулятор трона какой-то, я не знаю. Это мотоциклка. Тут хороший тренажер. Какой-то интересный тренажер получается. Слушай, называется велосипед. Ну, не знаю. Сомнительный, я бы не стал велосипедом называть. Я на таких не ездил, я не знаю. Хорош, хорош. Это на координацию. А, это стимулятор офисного стула, короче. Это типичный работник офиса. Это типа тренироваться, работать в офисе. Ну, чтобы голова там не кружилась в офисе. Как-то. Слушай, ну это тяжело. Это, ты понимаешь? Штука, я тебе скажу. Кто говорит, что у офисников легкая работа, попробуйте покрутиться так. У вас за одну минуту стошнит. Слушай, косые мышцы, вот держись руками. И косые мышцы проработай. Без шуток. Включаемся. У бабушки была такая вот штука, помните?
Да, было. У всех под диваном такая штука, мне кажется, до сих пор лежит. Так же, как с собственным стулом. Он этот, под углом куда-то осуждает. Давай вот этот. Это коллаборационная работа. Слушай, нормально, я чувствую, что я за тебя бегу. Вот. Это поэтому как пила дружба. Здесь нету, кстати, турников нормальных. Нету. Нигде, потому что здесь везде такие функциональные площадки. Да никому не называется нужны турники. Это марафон, двойная ходьба. Давай, я отдыхаю чисто. Сможешь ты за меня идти? Могу. Ну да, я чисто чилю, я могу даже вот воды попить и упасть. Все, мы дома. Стас добивает калории, чтобы меня догнать. Да. Я собираюсь сейчас немножечко прилечь поспать, дневной сон, минут на 20. И пока я сплю, будут заряжаться камеры, будут заряжаться часы мои. Я в качестве, так сказать, практик медитационных и прочее, не знаю. Короче, мне нравится спать на полу. Я прям прекрасно днем засыпаю на полу. И 20 минут прикорну, прям самое оно. Терминатор, мы бежали на пробежку. Мы снарядились. Да, в этих жилетах мы видим, как лютые профессионалы вообще, конечно. Надо бежать часа 4, уже 6 часов. Да, мы не успеваем. Сапа нас сильно подвели. Причем дико не успеваем. Нам нужно сейчас очень много набегать. Слушай, ну нам километров, ну, 30-40. Страшные цифры, я говорю, я понимаю. Да. Но это факт. Да, часа 3-4 бега. 10 километров. Где-то так надо держаться. Почти 4 километра за плечами, ощущаю в ногах тяжесть. Обычно бежишь, легкость такая, дыхалки не вывозит, там еще что-нибудь, ногам пофиг. Здесь ноги тяжелые. Но у нас есть один секрет. Так как времени у нас мало, у нас нет времени разделять тренировки и прием пищи. Поэтому посмотрите, как мы выглядим сзади. Так. Ваше предположение, что мы несем в этих огромных рюкзаках? О, что это? А достань-ка мой. Опа, что это? Это торт, которым немножко поплохело. Тортик, смотрите, какой он красивый. Ох, ох, какой красивый тортик. А весит-то он сколько у нас весит? Килограмм. Кило. Килограмм и 0,8 грамма. 504 грамма. Режем пополам. Так. И забираем с собой. В одном кусочке 925 калорий. Нормальная загрузка на ходу. Приходим. Опа. Накидываемся. Какой же он вкусный. Хорошо. Такой хороший торт. А знаете, что здесь? Кока-кола, чтобы запивать тортик. Но это еще не все. У нас здесь, видите, бутылочки присутствуют, которые мы берем с собой попить. А мы берем с собой попить не просто воду, мы с собой берем попить сахарную кока-колу. На 100 мл 42 килокалории, на литр 420. Мы каждому по литру берем. Пробежали 8,5 километров, пошли на второй круг в каньон, в общем-то. Исходя из наших расчетов, нам еще бегать 2 часа. Уже 13,5 часов работы, это разминка. 10 километров мы преодолели за 71 минуту. Не наш самый лучший результат, но сил немного. Но пока есть. Но время уже темнее. 7:20. Закат был 10 минут назад. У нас время поджимает. В темноте здесь бегать небезопасно. Уже чувствую, начинает осаживать. Ну да. Под вечер столько калорий сожжено, прям уже осаживает. А еще где-то около 2500 калорий надо сжечь. А еще сколько сожрать надо? Да. А я еде думать не хочу. Очень надо пить. Километров за плечами. Да, время правда. 1:46. За это время мы в прошлый раз пробежали уже полумарафон. В этот раз мы только 16 километр заканчиваем. 15,5 на часах. Честно? Немножко. Очень немножко. Да? Очень устали. Ноги уже на автопилоте что-то там сами. Я уже на 10 километре. Тело просто вперед наклоняешь, и ноги там уже сами разберутся. Возможно, вам кажется, что нам как-то очень уж легко бежится, да?
Но это все неправда. Мы еле переставляли ноги, потому что за плечами у нас уже было 7000 калорий и более 30 километров за плечами. И это только бегом. Чуть-чуть, ничего не видно. Еще 100 метров, потом еще 130. У нас рассинхрон. Бежим с тобой до последнего. Полумарафон! Все, 21-100. 27 километра, 100 метров. Полумарафон есть. Полностью обсохли, кола. Вода насухо. Было сложно. Очень тяжело. Но это еще не все. Последние 6 километров по дворам. Красиво, полумарафон, круглое число. Да, неплохо. За 2.24, ну. Как настроение? Так хочется сказать, по моему не видно. Ничего, нормально, размяли, сейчас работать будем. Начнем работать сегодня? Сейчас я одену. Выжму, будем работать. Нормально, размер хорошо пошла. Вот так, тренировка. Такие тренировки два раза в день делают. Спина болеть не будет. Спина болеть не будет. Жира не будет в теле вообще. Очень устал. Пора есть. И снова мы здесь. Мы отбегали целый день. И куда нас это привело? Снова сюда, но только с пиццей. У нас у каждого по пицце. И еще айранчик, потому что на сухую не хочу я пиццу есть. Я вообще не хочу. Мега есть. Я пицца. Хочу просто упасть здесь и остаться. Ты уже перечислил? Я тебе клянусь. Я открывал, считал, сколько в пицце калорий в этой пицце. 1849 калорий. И я прослушал. Да. Я пропустил. Да. Ты мой умрёнок или есть, ты чё смеешься? Здесь пепперони, грибы, сыр, маслины, барбекю соус. Здесь все допы, которые можно было фаршануть, добавили. Все это путь к ожирению, оказывается. Но нам можно. Я надеюсь, мой лайфхак... Когда я купил пиццу с другом пополам. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Нет, конечно, вкусно, но этого слишком много. Это прям работа над собой, чтобы это пересилить. Не делайте так, пожалуйста. Ну, пиццу... Не переедайте. Нет, пиццу в одного стачить норм. Но ведь это же не все. Ну, по пути еще заскочили. Куда-то. Нам еще надо кое-что сожрать. Но мне об этом страшно говорить. Потому что надо сейчас с пиццей закончить. У нас еще. Так, они еще работают 3 часа. Порядка 1500 осталось. Я сейчас после этой пиццы, я ходить не смогу. Не то, что дальше тренироваться. Смеем. Нам больше двигаться. Ну, она прям такая, знаешь, серьезная. Нажористая. Очень. Начинки много. Очень вкусная. Главное, рано стоять на корочке. Да. Это самое главное. Я еще никогда так не потел, когда делал пиццу. Нормальный бутер у меня был. Но не быстрее получается. Ну, тебе еще корки хавают. Угу. Я их на десерт оставил. После полумарафона я набросился на эту пиццу как не в себя. Я настолько был истощен. Просто я оголодал во время этого полумарафона, и я был готов съесть хоть 10 тысяч калорий разом. Пародирую Педро Паскаль. Да мне главное сожрать. Мне тяжело жить. Последнее. А не то, что есть тут что-то. Готов. Ни о какой. Происходить. Физическая активность дальше речь идти даже не может. Это переедание в плоти. Готов. Следующий. Картошечка. Холодная. Отлично. Огромный вопер. Обожаю. Еще на 1000 калорий тут, наверное. И еще один вопер. А ничего, что он размером с дом, да? Вопер всегда был таким огромным. В этом дружке 616 калорий. Зачем так много-то? Это
Это монстр какой-то. Размером с дом. Кто меньше домой, тот больше ест. И при этом мы не успеваем. Мы сейчас как будем калории набегать, я вообще не знаю. Я после этого, я вот здесь вот лягу на стол, и все, и ролик скажу, закончу завтра. Он холодный. Он прям мерзкий. Мерзкий, да, вообще. Мы его купили после сплава. Зашли, думали, ну, он потом... У нас потом не будет времени, так оно и есть. Ну, мерзость. Я, наверное, но еще, еще хуже картошка. После полумарафона и такого плотного приема пищи люди уже не встают. Но нам нужно сжечь еще 1500 калорий. Ты что, салатик? Я ощущаю себя чемпионом. Теперь ты снова опаздываешь. Да отстань ты, я всегда медленно ем. Я всегда последний заканчиваю хавать. Раз. Два. Вот это вот я халуть не буду. Руки через пять. Это я отказываюсь. Это полный. Невозможно халуть. Во-первых, я сожру свои калории, а это... Это... Не, картошка мерзкая. Это гвозди заколачивать можно в эту картошку. Нам надо на соревнования по поеданию. Я больше такого не хочу. Хватит одного раза. 10 тысяч калорий себя запихать тяжело. И сжечь 10 тысяч калорий тяжело. Но если не сжечь 10 тысяч калорий, я вообще даже близко не смогу сожрать столько. Сколько мы уже сегодня сожрали? Но как тысяч... сожрать не буду, я не могу. Тысячах на 5 закончилось бы это все. Я, ну, может быть, через силу. Надо идти делать силовую. Головой, пойдем просто походим. Я сейчас ходить с трудом смогу. У нас поджимает время, и мы решили устроить плавательную тренировку. Я не знаю, плавать после такого ужина, в принципе, можно. Самое то. Бегать и силовую, мне кажется, можно кони двинуть. А поплавать можно. Или походить. Мы решили поплавать. Очень много времени. Тренировочка на старт. Поехали. Ощущаю пиццу в твоем животе. И вопер на ней прыгает. Да. Нет, плавать оказалось тяжелее, чем. Даже если ты давно поел, плавание... Тяжело. Плавание и еда несовместимы. Ты рыгнешь скорее. Это очень тяжко. Возможно, это была плохая идея, да? Guys, this is not allowed here. This is a family city, and if you do like this, it's not good. It's not really. You speak English? A little bit. Yes. It's not allowed. Please close this. Why? Because not allowed in the city. Не совсем понимаю. It's not allowed like this. It's not allowed. Please make close. Okay. Я не понимаю, что здесь. Я понимаю, что он хочет, но я не понимаю. Я не понимаю, что это значит. Почему я не могу здесь сниматься? Почему? Да. Почему не? Почему я не могу себя снимать? Почему? Это сети, это фамилия сети. Вот так не хочет. Я же себя снимаю, кажется. Это не хочет. Понял? Не, я понял, что выключить. Выключить. Хорошо? Выключить. Да. Нет, я понял. Я просто не понимаю, почему я не могу себя снимать. Вот так? Нет, нельзя. Тебе одна, оставь тебе одна вилла купил, делай. Сюда нет. Понял? Не, я понял, я смысл не хорошо, понимаю. Хорошо, закрыть, пожалуйста. Короче, нас выгнали со своими съемками из бассейна, сказали, здесь снимать нельзя, частная территория. Ну, как бы не поспоришь, действительно частная территория. Не хотелось ругаться, я пытался выяснить, что не так, но смысл в том, что нельзя. Я уже просто подыхаю. Сосед нажаловался на нас за то, что мы типа шумели. А кто шумел? Мы шумели? Когда шумели? Собак шумел. Мы шумели, когда мы ели типа в 2 часа ночи. Сказал, именно мы шумели. Нас предупреждали, что он проблемы. Так, ладно, я заскакал, как и попробую. Давай. Очень сильно заболел живот от скакалки. Ты прыгаешь, там все. Все просто прыгает вместе с тобой. Отвратительные чувства.
сколько еще? Тысячу. А сколько еще съесть? Что есть? Еды сколько сейчас есть? Ты думаешь, мы сможем масса. Сейчас... Все? Да. Ты думаешь, мы сейчас сможем пробежать больше, чем на 600 калорий за час? В нашем состоянии. Да, да! Все, нет шансов. Неси минералку и воду. Мы бегать. Я в момент смотрю на часы и понимаю, что мы совершенно не успеваем. Мы почти сутки впахиваем, и челлендж может просто пойти коту под хвост. У нас остается 1.5 часа, и мне нужно сжечь 1000 калорий. По моим расчетам, самое эффективное – это бег. Во время среднего бега сгорает 800 калорий в час. И это значит то, что нам надо бежать 1:20. Мы не успеваем. Нам нужно еще 10-ку пробежать, чтобы успеть этот челлендж закрыть. Ни силовые нам не помогут, ни плавание, ни скакалка. Сколько времени потратили. Взяли бутылку воды, каждый по 1.5 и побежали. Вообще не факт, что мы успеем. А нам еще надо поесть. Мы еще не доели. Время 22:30, минус 1.5 часа. Время 21:00. Остался 1 час. Сколько? 23 часа. 23:00. 23:00. Я сказал. 21. А, уже все, башка не варит. 1 час остался. Шесть. 100. 42 километра 200 метров. Это дистанция полного марафона. И именно столько мы уже за сегодня пробежали. Давайте посчитаем. 10 километров, плюс 5 километров, плюс 21 100 и плюс 6 100. Получается 42 километра 200 метров. Вы видели, как люди выглядят после марафона? И это еще не все. Нам по-прежнему не хватает калорий. Бежим дальше. Работаем дальше. Время не ждет. Время 23:08. Время 23:21. У меня 10 014 калорий. Я закончил. А я еще не закончил. Мне осталось сжечь 350 калорий. Еще чуть-чуть. Добегаем вместе. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть осталось. 1 километр. Все, показывай. Скриншот сделай, доказательство. Я сделал. 10. Пришлось 11:300 пробежать без еще на ночь. 20. Без 18 минут. Мы еще не доели. А, мы еще не дохавали. Бегом, бегом. А, какого? Почему мы не все? Мы же сожрали. Я думаю, все уже. Время 23:50. Сутки назад мы ставили камеру, чтобы начать снимать этот ролик. Yeah. И вот мы заканчиваем его. Нам еще, оказывается, надо съесть по 165 калорий. Я решил, чтобы, ну, совсем ролик был веселым, мы выпьем по... Короче, мы решили выпить масло. Самое калорийное, что у нас было в доме, мы решили, что давай попробуем самое калорийное, что у нас есть. Давай. Это 819 килокалорий на 100 миллилитров. По 20 грамм каждому. Ну, давай. Чтобы, так сказать, смазать масло. Все, что мы сегодня съели. Оливковое масло. Оливковое масло. Я думаю, там и так проблем, в принципе, не будет. Хотя разве что, если застрянет. Ну да, на всякий случай, знаете, если застрянет, хорош. 20. За 10 тысяч килокалорий, 20. Сожженных и съеденных. Ну, надо было попробовать, надо было как-то интересно закончить этот ролик. Элегантно, давай, за 10 тысяч калорий. За 10 тысяч калорий. За 10 тысяч калорий и там и сам. Не, пахнет он вкусно. Я люблю, в салатик добавлять, но я никогда не пробовал вот так вот. Представь то, что ты салатик. А, какая мясо. Почему в салате только вкусно, а вот там она так плохо? Это... Это идеально завершает наш ролик. О, он спускается вот так вот. Не забудь капучки допить. Очень мерзко. Друзья, мы это сделали. Я вам хочу сказать. Какая это мерзость. У меня реально сейчас пробежали мурашки по всему телу. Мы за сутки поспали 4 часа. Все остальное время мы...
хуже, чем папа Карло рядом стоял и смотрел. Такой думал, ё-моё. Что-то я без денег, наверное. А, на данный момент 10 299 килокалорий, 909 минут упражнений, 18 часов 51 минуту, если вот так. 71 тысяч шагов, 68 километров. Мы, кстати, пробежали где-то 47 километров с копейками за сегодня, или 48. Надо взвеситься. Сколько мы стали весить? Очень интересно. 77 200. Было 78 200. Килограмм меньше. Ну, нормально. В ноль, чуть-чуть, небольшой минус упал. 82, да? А был 85. 82, 75. 82, 75. Чуть побольше схуднул. Рад был участвовать в таком. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Челленджи. Подписывайтесь на Станислава Александровича. Ссылочки все в описании. Подписывайтесь на наш закрытый канал на Бусти. Не забывайте поддержать такое... Да, поделитесь руку с друзьями. YouTube это любит. Сложное видео. YouTube я не боюсь этого слова. Реально. Сутки съемок. Будем я благодарны за то, что поделитесь... С друзьями поставите лайк. Напишите, приятно. Что было жестче, 100 тысяч шагов или 10 тысяч калорий. Я не могу выбрать. Я и от того, и от этого. На этом все. Удачи и всем пока-пока. Пока.